Здравствуйте, наши дорогие друзья-подписчики! Сегодня мы бы хотели бы начать урок по сбору лего. Для детей рекомендую строить какие-нибудь правильные формы. Сегодня мы будем строить и покажем, как надо строить пирамиду. Так, давайте. Желательно сделать ее очень симметричной. Мы сделаем ее синего-зеленого цвета. Так, с этого угла начинаем синего квадратика наша. Давай. Синий-зеленый. Да. А внутри пустоту можно заполнить желтым цветом. Так, давай. Синий-зеленый. Давай синий-зеленый сделай. Да, ты сделай синий, сделай. Синий-зеленый. Так, очень важно соблюдать алгоритм и последовательно заполнять цветами по очереди синий-зеленый. Это могу. Вот с этого угла мы начали синим. Теперь продолжим, да? Сюда синий поставь. Так, давай, синий-зеленый. Так, второй уровень пустоты я заполню красным цветом. Так. При этом очень хорошо развивается моторика рук. Синий-зеленый. Так, теперь вот наш угол синий. Продолжаем на угол. Все синий. Синий, правильно, да. Синий-зеленый, да. Синий-зеленый. Не-не-не. Сюда зеленый поставь. Ну, сюда синий. По очереди. А что-то сломался. Сломался, да, не надо. Так, молодец. Теперь здесь зеленый, синий. Правильно, и зеленый. Так, с этого угла мы начинали синий, теперь продолжаем сюда синий. Так, зеленый, синий. Одну пустоту мы сделаем красную. Синий-зеленый, правильно. Не-не-не, там синий, два раза синий получился. Так. Зеленый, синий. И последний уровень, так остался. Не-не-не, подожди. Вот синий продолжаем. Вот сюда поставим, да? Синий-зеленый. Так, чередуем. Правильно, синий-зеленый. Как в судоку. Так, и наверх. Синий ставим. Последний. Не, один хватит. Так, вот смотрите. У нас получилась синяя полоса. Синяя. И чередуется синяя-зеленая. Да, в принципе, получилась очень красивая, симметричная, правильная форма. Думаю, для развития логики и мышления очень полезное занятие. Так что подписывайтесь на наш канал, и мы покажем очень много разных других форм с Лего. До свидания.